Друзья, у нас сегодня в гостях действительно потрясающая девушка. Ее голос, ну, преследует нас уже много-много лет и дарит нам массу большую прекрасных впечатлений и эмоций. Давайте дружными аплодисментами встретим заслуженную артистку России Марину Капура. Марина приехала к нам на программу не одна, вместе с ней продюсер, композитор, гитарист Юрий Берендюков. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Юрий. Марина, мы, во-первых, я вас хочу спросить. Я знаю, что вы слышали хотя бы половину из того, что сейчас нам ансамбль «Гагарин» играл. Я вот даже пристал со стула, до того волнуюсь, когда с вами разговариваю. Очень рад вас видеть. Правда, еще раз. Давай. Скажите, пожалуйста, ну вот честно, вам понравилось то, что играли сейчас ребята? Вы слышали музыку? Мне понравилось, потому что они играют, действительно чувствуют ансамбль. Интересные очень тексты такие, метафизические. И вообще название очень интересно, потому что Гагарин — это первый человек полетел в космос, ассоциация, потом Битлз, помните, тоже в 61-м году, по-моему, да? Я-то Битлз, конечно. Нет, Битлз возник тоже в 61-м году. Вот во всяком случае, для меня это знаковые такие вот события. Но мне как хоккеисту близок кубок Гагарина. Во всяком случае, для меня эти даты, они особенные. Ну, а каждый для себя найдет какую-то близость. А горница, например, светло, помните, это от ночной звезды. Это же тоже что-то космическое. Действительно, Марина, ну как? Поэтому мы споем обязательно вместе, да, с вами. Споем? Мы действительно попросили Марину Капуру исполнить с ребятами хотя бы одну песню. Абсолютно живой звук, друзья, на телеканале БСТ, нынче по-другому. Не бывает, и эта музыка будет рождаться прямо здесь, без репетиции. Итак, Марина Капура и ансамбль «Гагарин». Я думаю, мы сейчас получим настоящее эстетическое удовольствие. Пожалуйста. Скоро до нее царь.
потрясающий инструмент, конечно, очень нам приятно вместе с вами в унисон, это замечательно. Ну, я думаю, что какую-то еще песню мы должны спеть, мне кажется. Правда? А, мы думаем, Марина, мы абсолютно любую песню вы можете исполнить, но самое главное, нам действительно хотелось бы, чтобы она прозвучала с Кураем, действительно. С Кураем, а запросто. И очень хотелось бы, чтобы Рустем вышел немножко из тени и поближе к народу. Сделал соло. Сделал соло небольшое, да? У нас соло тоже. Знаете, Давайте попросим еще раз. Something in the way she knows attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, and don't want to leave now. You know I'd leave now. Somewhere in her smile. She knows that I don't need no other lover. Somewhere in her style that shows me I don't want to leave now. You know I'd leave now. Something in the thing that shows me don't want to leave now. No, I'm leaving now. Ансамбль «Гагарин» и Марина Капура. Марина, огромное вам спасибо. Вы действительно украсили нашу программу. Я думаю, что те зрители, на встречу с которыми вы прилетели в Башкортостан, будут не разочарованы. Они, кстати, забыли, что нужно же спеть двойным голосом. Вот туринское горлопение я овладела, можете себе представить. Вы башкирская, овладели. Тоже есть, да. У нас туринская, но это, в общем, говорят, что очень близкая, да? А вы знаете, мы сейчас у вас экзамен по горловому пению принимать не будем. А может, кто-нибудь из вас владеет тоже? Я могу, но я боюсь, наш эфир этого не выдержит. Ну, не знаю, во всяком случае, я вот овладела. Женщины редкие, кстати, кто может. Ты попросим? Hallo na yo maror aloy adlo la vonya roy aloy adlo la roshavo aloy adlo la vonya roy aloy uayunda uvaldana duvalnora. Такие вот вещи. Спасибо. Спасибо еще раз, Марина. Безумно рады вас видеть. Спасибо вам, Юрий.